Давай, папа, давай, делать подарок. Всем привет! Сегодня мы будем с Адамом делать подарок папе, потому что 19 марта в Испании отмечают День Отца. Такой знаменитый праздник. Мы будем делать закладку. Папа любит читать книжки и всегда забывает, где он остановился. Мы сделаем, вот у нас такая бумага есть, мы сделаем закладку в виде галстучка. Подожди, не открывай еще клей, подожди. Сначала нужно выбрать, какой будет у нас галстук. Выбирай, какой будет галстук. Я думаю, что знаешь какой? Давай вот такой сделаем из сердечек. Вот какой у нас будет галстук красивый с сердечками на голубом фоне. Ну, мы уже начертили здесь, вот так будет правильнее. То, что нам нужно будет вырезать. Так, Дрюня, будешь вырезать? Смотри, я тебе покажу, как это надо вырезать. Так, видишь? Вот. Смотри, какой галстук мы с тобой вырезали. Красивый галстук. Теперь нам нужно, знаешь что? Теперь нам нужно голову вырезать. Вот сюда прилепим голову. Кружочек надо вырезать. А вот смотри. Теперь, значит, у нас есть галстук вот такой. Теперь нам нужно сделать голову. Смотри, как мы будем делать голову. Вот у нас, чтобы круг был, надо по кругу обвести. Спера. Смотри, вот так. Ой, я сейчас так обведу. И ты сейчас вырежешь этот круг. Смотри, видишь, круг получился. Бери теперь маленькие ножнички, вот эти вот, вырезай по кругу кружочек. Это будет голова. Адам первый раз стригет что-то ножницами. Это первый раз. Правильно. Ты не бойся вот так. Стриги, только пальчики подальше отставляй. Молодец, хорошо получается. Только пальчики подальше, чтобы пальчики не порезать. Ну ничего, теперь нам нужен бантик. Вот смотри, мы сейчас вырежем бантик вот такой. Аля, все. Вот что у нас получилось. У нас галстук, бантик и кружочек, это голова. Сейчас нужно все это вместе клеем слепить. Вот так вот прилепляем клеем нашу голову. Вот какой у нас человечек получился. Теперь, Адам, смотри, возьми красный фломастер. Нам нужно человечку нарисовать улыбку. Рот. Что еще нужно нарисовать? Глаза, да? И нос. Давай, бери, будем рисовать. Давай. Ой, какой человечек у тебя получился с красными глазами и красным ртом. Отлично. Сейчас нам нужно только ему волосики еще прилепить, и будет отличный такой человечек. Человечек много читал, поэтому у него глаза стали красные. Так, теперь у нас надо вот такой набор есть с меховушками, прилипушками. И сейчас мы прилепим ему волосы. Прилепляй вот сюда волосы ему на голову. Чтобы он хоть волосатый был у нас. Вот какой человечек у нас получился. Да? Прилепил хорошо? Прилепил. Вот такая чудесная закладка у нас получилась для папы в подарок. Ну, еще время есть, мы ему, может быть, еще что-нибудь смастерим. Но он любит читать, поэтому я думаю, что такая закладка ему очень даже пригодится. Очень красивый человечек у тебя получился. Я маму я рисую, Адам я рисую. Ты молодец. Адам кумбаню шлёт. Да. Подписывайся на Давиду. Всем пока.